разберемся. Ну что? Петар готов. Муса, иди. Как вы знаете, сегодня у нас закончится финал Кубка Ингушетии, чем я поздравляю всех участников этого мероприятия. И хотел бы особенно поблагодарить и наградить победительницы Кубка Ингушетии по мини-футболу сезона 2019 года Республики Ингушетия команду «Барс» Барсуки. Капитан команды, пожалуйста, подходите. Еще у нас есть индивидуальный приз, который вручается игроку, лучшему игроку Кубка Ингушетии. Руслан Картоев. Да,